Привет всем, с вами снова Элбабом, и снова я играю в игру Knight of the Temple. Покажу вам, как ее проходить. Есть в игре несколько головоломок. Сейчас мы преследуем епископа. Он, насколько мы знаем, отправился в Иерусалим. Епископ отправился в Иерусалим, в святые земли. Мы с вами следуем за ним. Ничего. Нам, в принципе, не сюда, а вот сюда. Опять глюки, Вот здесь, если убьем этого чувака. Получим его дубинку. Я давно засматривался на это оружие, когда они махали, мне тоже хотелось помахать. Сейчас у нас будет такая возможность. Так, тут головоломочка. Нужно сложить так, как показано на рисунках на стенах. Придется помучиться. Так понял, вы уже догадались, что нужно сложить, чтобы все смотрели вниз. Там получается их несколько. Сейчас очень долго подбирать. Блин. Есть такое дело. А теперь здесь. В принципе, по-моему, было оно, за я тронул. Сейчас дойдем до того места. Я подойду к дверям. Скорее всего, это было оно. Я полез напрасно. Да. Так, заходим сюда. Ломаем. Тебя и нас встречает завалом. Но не беда, если знаешь, куда идти, а мы-то знаем, куда идти. Thank you.
Да, палка у меня круче, чем у него. Собственно, мы вышли за завалами. И идем вверх. Ну, вот, в принципе, самый короткий уровень, наверное, за всю игру. Будем прощаться, потому что дальше будет дольше. С вами был Эл Бабум. Специально для вас плей. Увидимся. До новых встреч.